Достижение предков – источник вдохновения, яркий пример для потомков. Современный прогресс невозможен без опыта предыдущих поколений, населявших необъятные просторы степей. Наши предки сыграли важную роль в становлении древних государственных образований. Я согласна с мнением первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В своей статье «Семь граней великостепи» Ельбасы говорит о модернизации и популяризации нашей культуры. В современном мире мы не должны забывать о ценностях, чтить традиции и обычаи. Нурсултан Назарбаев предлагает реализовать сразу несколько крупных проектов. Они должны помочь осмыслить фундаментальные основы мировоззрения прошлого, настоящего и будущего народа Казахстана. Все мы знаем, что без прошлого не бывает будущего. Этот вопрос становится особо актуальным, когда дело касается воспитания подрастающего поколения. Запуск таких проектов, как «Великие имена Великой степи», «Музей древнего искусства» является актуальным. Уверена, что реализация данных проектов станет новым этапом в формировании современного развивающего Казахстана. Сегодня пришло время подумать о том, какое место мы занимаем в мировой истории. В программном документе Ельбасы обосновал стремление Казахстана войти в тридцатку развитых стран мира. Важно помнить о вкладе кочевой цивилизации на мировой ход истории. Зарина Дюсекеева, Ермек Махметов, Алмаз Адвокасов, Кокшиакпарат.